Всем привет! Меня зовут Летучая Елена, и я являюсь продюсером прекрасного детского проекта, который называется «Лексикон». Я бы хотела прочитать вам сегодня пару строк из нашей первой книги, которая так и называется «Лексикон». Кто такой лексикон? Может быть, он белый слон или розовый дракон? Может, странный житель вод или птица, что поет? Все не так. Конечно, нет. Лексикон – твой добрый спутник. В кружева из слов одетый, ветер знаний, он попутный, запрягает в лодку лет. А если вы хотите узнать, чем закончилась эта книга, конечно же, ищите ее на полках книжных магазинов и в библиотеках. Всегда ваша Елена Летучая.